Одной из проблем в Хасавюрте на сегодняшний день является большое количество бездомных животных. В частности, речь пойдет о бродячих собаках, которые нуждаются в помощи. Именно это и послужило причиной открытия загона для бездомных бродячих собак, где волонтеры ежедневно ухаживали за тяжело больными животными. Ничего не предвещало беды, но в то злополучное утро один из волонтеров увидел ужасную картину. Кто-то проник на территорию приюта, устроил погром и нанес увечья питомцам. Одна из собак была забита до смерти, рассказывает Сабина. Наш волонтер приехал, чтобы накормить собак, и наткнулся на эту ужасающую картину. Лежал труп собаки. Здесь было, в общем, 7 собак. Лежал труп собаки-инвалида Капы. Она лежала мертвой. Везде была засохшая кровь, лужи крови. Вот. Все собаки были напуганы. Некоторые хромали, некоторых были ушибы, ссадины. Активисты своими силами помогали бездомным животным. Практика показывает, что после некоторых случаев нападения собак на людей, отношения большинства из них оставляют желать лучшего. И устроенный в загоне погром – лишнее тому подтверждение. Наши собаки, они абсолютно были спокойны. Но приходилось сталкиваться с тем, что дети вот заходили на нашу территорию, несмотря на то, что тут собаки, лезли на крышу, на деревья, и собаки у нас сторожевые, у них охранные качества, и они, естественно, лаяли на этих детей. Мы пытались объяснить соседям, все бесполезно. В плане волонтеров было перевести животных в отстроенный новый загон в течение 2 недель, но после этого случая активистам пришлось поспешно перевести животных, опасаясь за их жизнь. К большой радости и везению оказать помощь приютить животных отозвались неравнодушные к судьбе четвероногих друзей волонтеры из столицы. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».